Что нужно взять с собой в поход по острову Тенерифе? Вот это самые обязательные вещи. Первое, машина, палатка. Ну, там все, что входит, матрас там надувной, все там, спальные мешки, это все, что с палаткой. А вот эти вещи просто обязательно. Здесь вот переносной душ, умывальник наш, это самая вот такая интересная штука. Там 8 литров воды, но ее хватает вот умыться, там все сделать, что нужно с утра. Вот здесь мусорный бачок обязательно, то, что мы не загрязняем природу, не бросаем всякие бумажки по сторонам, ничего, все складывается вот в такую мусорницу. И вот самая интересная еще вещь такая, хороший холодильник, в котором наши продукты хранятся. Вот здесь вот. Поэтому ну, это вот эти вещи незаменимые. Ну, конечно, складной столик, стулья, там, ну, и ножи, ложки, вилки, бумага, палочки надо не забыть, вот эти, которым приходится пользоваться, вот, спускаясь и поднимаясь на, ну, какие-то высоты или вниз куда-то спускаться. Вода с собой тоже есть, чайничек, плита, сковорода, все помещается в машину. Вот. Это весь тут комплект, видите, что необходимо для того, чтобы отдохнуть в любом месте подходящем, где нам нравится, на острове Тенерифе. Приглашаем в путешествие.